в лицее имени Александра Данилова настоящий большой праздник. Этого дня педагоги и учащиеся ждали с нетерпением. Ведь Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» для всех открывает новые возможности. Целями деятельности Центра «Точка роста» являются создание условий для внедрения новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий для освоения программ цифрового и гуманитарного профилей, обновление обучения по предметам технология, информатика, основы безопасности жизнедеятельности. Оснащение современным оборудованием – это не только качественное образование, но и развитие у детей талантов. От этого зависит их будущее, приветствовал приглашенных на церемонии открытия центра директор лицея. Мне очень приятно, что наш лицей ВИШ входит в страничку истории нового современного образования не только нашей Тамбовщины, но и всей Российской Федерации. Пусть точка роста будет ростом не только ваших новых образовательных возможностей, но и ростом вашего успеха, ростом вашего образования. Пусть занятия в точке роста приведут вас к тому, что вы будете полноценными, современными, грамотными, знающими специалистами и профессионалами в своем деле. Почетные гости разделяют всю важность и торжественность события. В их числе пожелания от главы города Уварова Владислава Денисова. Чтобы этот проект, который мы сегодня реализовали, действительно дал максимальный результат, чтобы он использовался на полную мощь, чтобы педагоги, которые получили дополнительное образование для того, чтобы здесь могли обучать детей, смогли воплотить все свои мысли, все свои идеи. А вы, дорогие дети, получили тот необходимый объем знаний, который вам поможет и выбрать свою профессию, и определить себя. Глава города осмотрел кабинеты центра оборудования. Затем в рамках открытия прошли мастер-классы, а также гостям предложили сыграть партии в шахматы, интересную, увлекательную и интеллектуальную игру. В 12 часов стартовал региональный марафон открытий центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». И к поздравлениям присоединилась начальник управления образования и науки Тамбовской области Татьяна Котельникова. Чтобы каждый из вас нашел свое дело в точке роста, каждый из вас раскрыл заложенные в себе потенциальные возможности для личного, личностного роста. Далее состоялся всероссийский марафон открытий центров «Точка роста», который провел министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. Ирина Мерзлякова, Виктор Викторов, Александр Трегубов, «Наш город».